воспитание будущих чемпионов и будущих спортсменов. Девяносто девятая школа стала первой, где федерация открыла специализированный зал для уроков физкультуры с элементами самбо. И это сразу дало свои плоды. Сегодня в секции при школе уже занимаются больше 100 юных самбистов. В этом году очень много ребят и первых классов, вторых и третьих пришли к нашему тренеру, да, вот в секцию, к Максиму Николаевичу. То есть набор детей прошел, я думаю, что удачно. То есть много детей освоили этот вид спорта, и уже даже бывает, что на уроках уже показывают свое мастерство и приемчики, в том числе на других ребятах. Здесь можно учиться, что можете хорошо тренироваться, и это тебе пригодится в жизни. Где может пригодиться? Если на тебя нападут, а ты умеешь бороться, то ты поборешь его, и он тебе сдастся. Впечатление от занятий хорошее, но там получается почти все. Мне понравилось, как там борят. Ну, я в классе был не самый сильный. Я хотел быть среди тройки самых сильных. После запуска специализированного зала о секции узнали не только в школе, но и во всем микрорайоне. В расписании не протолкнуться. Минимум 4 тренировки в день, и поток желающих заниматься не иссякает. Ведь уроки физкультуры с элементами самбо проходят у всех с 1 по 5 классы. Это уроки самбо, и не такие обычные. Ну, мы кувыркались, делали каракатицу, бегали, а мне это нравится. Оборона, но без оружия там. И там можно всякими приемами научиться. Ну, мы, короче, будем защищать своих близких. Занимаемся в этом зале, дети бегут сюда, им интересно, они без конца сюда заглядывают, они ждут этого момента, когда вот начнется урок, то есть им интересно. Конечно, выходят все красненькие, багряные, то есть говорят, что тяжелее, чем на физкультуре, естественно, то есть да, нагрузка немного все-таки увеличивается, и, конечно, есть результаты. Успехи новосибирских самбистов не остались незамеченными и на уровне мэрии. Мы хотим, чтобы сейчас тоже вернулось это время, уважение, любовь к этому виду спорта. Это наш национальный вид спорта. Это культурное, если хотите, даже историческое наше достояние. Поэтому вы занимаетесь очень большим, важным делом. Важно, что юным самбистам есть с кого брать пример. Новосибирские спортсмены в этом году стали первыми, кто представлял национальную сборную на Кубке президента в Лондоне, командой, состоящей из самбистов всего одного региона. Это решение было, первое решение такое в истории, когда сборную России на международном турнире, на Кубок президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина представляли новосибирские спортсмены, новосибирские борцы, новосибирские самбисты. По словам тренеров и руководителей Новосибирской региональной федерации, для юных самбистов важно не только самим участвовать в соревнованиях, чтобы набираться опыта, но и вживую наблюдать за поединками спортсменов высокого уровня. Поэтому проведение в Новосибирске первенства России по боевому самбо не только повысило престиж региона, но и позволило начинающим спортсменам увидеть, что ждет их через несколько лет на всероссийских турнирах. Ну, иногда, как говорил еще мой тренер, иногда лучше посмотреть одни соревнования, нежели месяц заниматься. Поэтому это, конечно, громадный толчок посмотреть на ребят, которые старше, которые уже там кто-то мастера спорта выполнил, уровень борьбы, технику, тактику. Поэтому им это будет очень интересно, я думаю. При этом в Новосибирской региональной федерации уверены, что сегодняшние достижения серьезные, но лишь промежуточные этапы большого пути. Нужно продолжать работу, повышая престиж самбо, и проводить именно в самом Новосибирске как можно больше соревнований высокого уровня. Впереди, конечно же, у нас сейчас идет согласование календаря соревнований и событий 2018 года. Мы уже заявились и будем проводить в следующем году тоже чемпионат России. Скорее всего, это будет чемпионат России по женщинам.
по спортивному самбо. В следующем году новосибирские самбисты рассчитывают принять женский чемпионат России, ведь местные спортсменки уже не первый год показывают отличные результаты и заслужили домашние соревнования. При этом продолжится работа и по внедрению программы самбо в школу, которая уже доказывает свою эффективность. До конца года новые залы планируют открыть еще в 4 школах Новосибирска и области.